Ребят, принесли нам немножко хрусталя. Так, чтобы вы понимали, это все новое поступление. Это не тот товар, который стоял у нас на полочках, и я его так доблестно достал и начал вам демонстрировать. Нет, это то, что приносят нам каждый день. Если какие-то похожие попадаются, то они стоят там на полочках. Здесь только то, что мы получаем каждый день. Ну и погнали по ценам. Значит, вот такая вот обалденная фруктовница. Она очень огромная. И вот здесь просто обалденно красивые ромбики. Ребят, цена этой фруктовницы 450 рублей всего лишь. Обалденная. Значит, вот такая вазочка 100 рублей. Вот такая вот вазочка, да, есть небольшой скол. Можно ее забрать за 60 рублей. Вот такая лодочка, 150 рублей. Идеальная все. Есть вот такая вот фруктовница, я не знаю, может это салатница. Тоже хрустальная, есть такие вот значительные сколы. Но цена ее 60 рублей, поэтому приходите, смотрите, какая она обалденная. Здесь все красиво. Ну, а здесь немножко есть сколы. Но 60 рублей это просто бесплатно. Значит, вот такая без всяких сколов 125 рублей. Красивая, прозрачная, с ромбиками. Все в идеале. Вот такая вот богемская вазочка или ладья. Цена ее 400 рублей. Она достаточно огромная. Очень красивая. Вот такая вот вазочка настольная, цена 150 рублей, всего лишь 150 рублей за обалденно хрустальную вазу. Сантиметров, ну, 20 в высоту. Вот такая вот вазочка. Цена 225 рублей. Все блестит, переливается. Ну вот как-то так. Кому интересен данный товар, приходите, приобретайте. Магазин Барахолки, 3 километр. Пишите в комментариях, кому нравится это видео, кому может не нравится. Может что-то внести, какие-то ясность, коррективы там. Просто мне нужно понимать, что вас интересует больше. Какой товар, какие может быть новинки, что вы, может, ожидаете, что кому нужно. Пишите в комментариях, чтобы я понимал. И все то, что нам приносят, потому что приносят, и мы не все записываем на видео. Что-то остается за кадром, ставится на полке. И поэтому, кому интересно, пишите в комментариях. Ну и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!